Прэч гаджеты, дарогу тренду на здоровы лад жыцця. Гамельчан запрашаюць на воркаут-пляцоўку, якую пад прыцэлами телекамер і шчырыя аплодысменты гараджан урачыста адкрылі на тэрыторыі 45-й школы. Аб'ект такога тыпу першы ў рэгіёне. Ініцыятыва яго стварэння належыць грамадскаму аб'яднанню Савет бацькаў Гомеля. Новую пляцоўку ацанілі і нашы корэспандэнты. Воркаут з англійскай мовы перакладаецца як трэніроўка. Гэта спартыўная субкультура, якая ў еўрапейскіх краінах даўно стала папулярнай і хутка развіваецца. У Беларусі воркаут-пляцоўкі для вулічнай гімнастыкі сталі з'яўляцца нядаўна. У Гомелі аб'ект такой аснашчанасці першы. Дзякаваць за яго трэба грамадскаму аб'яднанню Савет бацькаў, праект якога атрымаў перамогу ў конкурсе «Будзь здароў». Будаўніцтва пляцоўкі прайшло ў межах рэалізацыі ініцыятывы «Рух дваровых гульняў» праекта Белмед. Фінансаваў Еўрасаюз. На абсталяванне тэрыторыі выделили 30 тысяч евро. Совет отцов города Гомеля давно занимается различными проектами, направленными на детей и на родителей, но в основном на отцов. Да? И у нас появилась идея такая заниматься дворовыми видами спорта, как самыми доступными для всех. Для маленьких, больших, для людей с инвалидностью и без. Вот. И, естественно, один из видов – это воркаут, как самый такой демократичный, да, силовой вид. Поэтому появился интерес построить такую площадку. У конкурсе «Будь здоров» удельничало свыше 300 проектов. Переможцами стали 25 из них. Три – с Гомельской области. А кроме воркаут-пляцовки, гранты у памеры до 50 тысяч евро пошли на реализацию не меньше цікавых и социально важных проектов. Одна из них реализуется общественным объединением «Инвалиды-спинальники». И она направлена на развитие паралимпийских видов спорта и на вовлечение людей с инвалидностью, колясочников в частности, в спортивные секции, в занятия. То есть она такая очень спортивная, скажем так. И еще одна инициатива реализуется в Светлогорском районе. Там у нас государственная организация является грантополучателем. Это Светлогорский отдел образования. Их инициатива направлена на продвижение принципов здорового питания. Они в рамках инициативы проводят мастер-классы для поваров, обучают их новейшим технологиям приготовления блюд, сохранением их самых как бы, да, хороших свойств и переоборудуют школьную столовую в Давыдовской средней школе. Пакуль няма маразоў, можна смела апранаць спартыўны касцюм, абуваць кеды і адпраўляцца на воркаут-пляцоўку. Яна бясплатная, сучасная і прасторная. Калі радзей глядзець у тэлефон і камп'ютар, а часцей прыходзіць на Багданава 10А, то хто ведае, можа і вы таксама здолееце зрабіць вось так. Марына Джалая, Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель».